Сегодня хочу попробовать испытать качество меда с помощью новой технологии. Может быть, для кого она новая, для кого может быть старая. Но именно для меня это новая технология, потому что я никогда так не пробовал. И вот сегодня я буду первый раз пробовать. Значит, я возьму мед, несколько сортов, и попробую испытать с помощью, значит, это ложечка меда, 3 ложечки воды обычной. И вот должен попробовать. И после того, как я все вот это смешаю, должен появиться рисунок сота. Ну вот сегодня я сейчас хочу попробовать это дело. Получится, не получится, сам не знаю. Но хочу попробовать, потому что у меня самого это дело заинтересовало. Так, испытание, значит, меда на качество. Мне сказали, что если в тарелочку капнуть немножко меда, потом добавить воду и помешать все, и должны появляться соты. Рисунок сот. Вот, допустим, мне дали мед с Абхазии. Вот я сейчас попробую капну ложечку. Так, ну если течет, как положено, все. Вот он складывается. Запах такой же, как у меда обычного. Так, потом ложечка. Одна, вторая, третья. Так, и будем вот так вот делать. И посмотрим, что получится. Да, появляется рисунок сота. Значит, что с этим медом у нас получилось. Теперь берем другой мед. Ложечку сюда. Значит, также 3 ложечки. Будем опять так же. Вот. Удивительно, но тоже видно. Так, значит, из Абхазии мед показал, что рисунок появляется. Рисунок сот. А также мой местный. Также вот я делаю, появляется рисунок сота. Так, теперь, конечно, интересно какой-нибудь еще попробовать. Пойду к соседу спрошу. Так, ну вот сходил к соседу, взял еще другого вида меда. Это вот
мой вот такой. Значит, этот из Абхазии. Это вот сосед мне дал. Сейчас мы его тоже попробуем. Значит, ложечку льем. Вкус тоже есть, запах немножко отличается, конечно. Вкус нормальный тоже. Нет, что-то... Ну ладно. Так, теперь берем и чуть-чуть сюда воды. Капельку, значит. Ну вот столько. Раз. И так же будем делать. Да, что удивительно, появляется рисунок сота. Так, наверное, плохо опять. Сейчас мы не на видео, а на фото сейчас переведем. Так, ну вот три, значит, сорта меда. Значит, из Абхазии получается рисунок сота, также мой местный, также появляется рисунок сота. И вот у соседа взял то же самое, все появляется. Значит, мед натуральный и полезный. Теперь, конечно, надо, интересно, у кого-нибудь спросить, не настоящий мед бы. Кто может, допустим, подделку какую-нибудь найти, чтобы испытать, как покажет подделка себя.